Ты демон? Да или нет? Почему посмотрел фотографии? Уже в гардеробной и на кухне, но оно уже там появляется. Я передаю тело куклы Вуду в эту куклу. Охота на ведьм. Первый сезон. Всем привет, друзья! Вы на канале «Охотник на ведьм». Это второй день, как я ночую в этом доме, в этой квартире, соответственно, где завелась сущность. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы уже знаете, о чем речь. А если вы еще не смотрели, то можете его посмотреть. Ссылочка будет вот там сверху в описании. Вот, можете его посмотреть. Так вот, я зарядил все камеры ночью. Как только я брызгал в куклу святой водой, она стала менее активной и более или менее все успокоилось. То есть я даже смог немножко поспать и зарядить камеры. Я сейчас собираюсь пойти в магазин. Мне нужно купить кое-какие продукты. Вот, потому что холодильника у Дмитрия совершенно пусто, но мне нужно будет покушать хоть что-то и попить. В общем, смотрите, друзья, у меня есть вот такая свечка. Вот. Это ведьмина свеча. Самая настоящая ведьмина свеча. По преданию можно с помощью этой свечи, если провести правильный ритуал, снять любую порчу, либо же проклятие. Вот. Я намереваюсь взять ту куклу, потому что сущность все-таки засела в ней, конкретно в кукле. Посадить ее в ванну и насыпать соль в ванну обязательно, зажечь эту свечку рядом с ней и поставить на 40 минут. Также я установлю камеру, в ванной установлю, в комнате и на кухне. Вот. И также в гардеробе. 4 камеры у меня будет. Пока меня не будет, я пойду в магазин, все камеры будут снимать. Поэтому, если что-то произойдет, то они обязательно это зафиксируют. Также я сейчас еще сделаю несколько фотографий моим полароидом. Вот. На предыдущих фотографиях ничего не было, то есть никакой активности, ничего такого. Я буду следить за этим каждый день, проверять, потому что вполне возможно, что что-то мы увидим на фотографиях даже уже. Поехали. Все, друзья, куклу я сажаю в ванну. Соответственно, камера будет стоять вот в этом месте и снимать все, что будет здесь происходить. Я же сыплю соль и набираю воду. Все, друзья, свечку поставил. И, соответственно, я иду дальше расставить камеры. Здесь все готово.
Да, перед тем, как поставить камеру, я сейчас сначала сфотографирую все комнаты, для того, чтобы потом было с чем сравнить фотографии друзьям. Возможно, фотография что-то будет. Так, здесь подальше надо отойти. Все. Вторая камера будет стоять здесь и снимать гардероб, да, вот эту кладовую. Соответственно, все, что здесь произойдет, также будет зафиксировано. Так, еще одна камера будет снимать опять же кухню. Вот. Так что осталась только одна камера, которую я поставлю в комнате. И я уже пойду в магазин. Друзья, последнюю камеру оставлю в этой комнате. Надеюсь, что этот ритуал вам с куклой поможет. Потому что свечка, она действительно очень сильная, заговорена достаточно серьезной магией. Это ведьмина свеча. И по идее она должна снять абсолютно любое проклятие, порчу. И также ослабить эту сущность, чтобы я уже в дальнейшем смог ее изгнать из этого мира. Вот. Все, друзья, я побежал в магазин, уже времени особо нету. Через полчаса буквально я вернусь. Камеры пишут. Если что-то произойдет, обязательно это все попадет в видео.
тут свет выключен. Счастливо. Камера пишет. Блядь, почему свечка-то потухла? Сходи в магазин, а? Пиздец. Что здесь произошло? Надо посмотреть по камере. Запись вроде бы шла. Да, запись шла. В общем, друзья, посмотрел запись с камеры и, мягко говоря, офигел, потому что тут все летало по дому, и посуда, и в гардеробной тоже. И сама кука тоже летала. Эта сущность начала усиливаться, она стала сильнее, гораздо сильнее. Зря я пошел в магазин, но я уже просто голова болит, раскалывается, если честно. Что я мало спал, очень плохо спал. Вот. И надо хоть что-то перекусить. Я понимаю, что сегодня меня ждет еще более тяжелая ночь, чем прошлая. И сейчас я быстренько перекушу и уже продолжу. Хотя бы, блин, буквально доширак съем. И энергетик еще взял, потому что эту ночь я не должен сомкнуть глаз даже ни на минуту. Сейчас я пообедаю, и будет сеанс с доской Уиджи, и попробую также сеанс ЭГФ провести. Друзья, сейчас я планирую провести сеанс со спиритической доской, также ЭГФ. Положил электромагнитник для того, чтобы он замерял значение. Потому что как только сильно начнут пищать, это будет означать, что сущность начинает набирать силу, и тогда нужно будет экстренно действовать для того, чтобы предотвратить какие-то последствия, которые могут наступить с в связи с моей неосторожностью, поэтому нужно быть крайне подготовленным к этому. В данный момент вот 0,7-0,8 показывает, то есть уже около единицы значения. А, вот. За ними я буду наблюдать. Ну, начнем мы с спиритической доски. Сущность, которая живет в этом доме, ответь мне на один вопрос. Ты все еще в этой кукле или нет? Ответь на вопрос, ты все еще в этой кукле или нет? Ты не хочешь общаться через спиритическую доску? Друзья, ну, по всей видимости, не проявляет желания уходить со мной на контакт через доску. Вот. Соответственно, что я могу еще попробовать? Поставлю на нее свечки. На ответ нет и на ответ да. И есть такой способ, если, допустим, задаешь вопрос,
гаснет свеча на да или на нет. Соответственно, это и будет ответ. Также сейчас я попробую погасить свет, потому что это тоже может повлиять. Вот. Так. Сейчас был странный момент, у меня почему-то отключилась камера, как только я погасил свет. Поэтому мне пришлось ее перезапустить. Так, вот эта указка нам сейчас не понадобится, потому что ответы будут даваться только через свечки. Левая свеча – это нет, правая свеча – это да. Также, видимо, свеча горит, продолжает гореть. Все-таки необходимое количество времени ей обязательно нужно прогореть в этом доме. Святая вода с собой на случай, если что-то произойдет. Так, прибор все еще пишет. Да, все идет, запись пошла. Сущность, которая обитает в этом доме, ты все еще находишься в этой кукле, да или нет? Погаси одну из свечей. Левая свеча нет, правая свеча да. Друзья, правая свечка погасла, это да. Так, хорошо, я понял. В принципе, я не сомневался, что ты все еще там. Второй вопрос. Могу ли я как-то повлиять на то, чтобы ты вернулась в свое измерение, как-то помочь тебе в этом? Для того, чтобы ты все-таки оставила этот дом, хозяина этого дома. Могу ли я как-то просто помочь? Что мне нужно для этого сделать? Да или нет? Свечка погасла, нет. Последний вопрос. Ты демон? Да или нет? Друзья, погасла свечки над сулом, да. Но не факт, что она не обманывает. Ладно, у меня вопросов пока больше нету. Друзья, сейчас отсоединю голову куклы, ее тело, и помещу их в два разных места. Вот, для того, чтобы она не набирала силу, время уже, как видите, темно, все близится к ночи, а эта сущность, она набирает силу именно в ночь. Вот, друзья, сегодня как раз убывающая луна, и у меня есть кукла Вуду. Я попытаюсь сейчас провести ритуал. Вот. Здесь пентакль также есть. И полынь. Полынь — это очень важная вещь для ритуала. Вот. Соответственно, иголки, и все это имеется. В общем, смысл такой, я сейчас ее просто рассоединяю и проведу ритуал с куклой Вуду. Для того, чтобы ослабить ее как можно сильнее. И в дальнейшем я ее просто изгоню навсегда.
Куда бы тебе положить-то? Подальше. А я знаю куда. Я уберу их в холодильник. Отлично. Так, все. Теперь надо спрятать ее тело. Твою мать. Что за хуй? Блядь, чем потушить? Сука. Блядь. А, видно, вода. Стоило мне оставить ее на буквально одну минуту, как здесь уже она подожгла мою спиритическую доску. Вот, поэтому мне нужно быть крайне осторожным. Сейчас я подумаю, куда я уберу это туловище. Вот. Нужно как можно дальше спрятать его от головы. Но просто не знаю, куда даже. Голову в холодильнике, а туловище куда убрать. Попробую его просто на самом деле здесь оставить. Вот. Потому что оно и так находится достаточно далеко. Без головы оно точно не должно набирать как бы свою силу. Все, я начну сейчас сеанс. Сколько я буду? Так, пентакль. И, соответственно, все остальное. Все, друзья, у меня готово все для ритуала. Вот сама куколка, кукла Вуду. Вот тело, в которой сейчас находится вся эта сущность. Так, я отрезал прядь волос, все как и положено по ритуалу. Сейчас все начнется. Складываем их под куклу. Вот полынь. Полынь тоже складывается под куклу. Немножко соли сыпем. Так, иглы подготовлены. Еще нужно одно поджечь боговение. Я передаю тело куклы Вуду в эту куклу. Пусть все то, что произойдет с этой куклой, отразится на этой. И сущность, которая живет в этом доме, ослабнет и изынет. Я изгоню ее навсегда. Так, все это оставляем здесь. Теперь мне нужно воткнуть его в нее. Не менее трех игл. Одна в голову, одна в сердце. И третья в живот. Четвертая пусть тоже в голову идет.
Сущность, ты слышишь меня? Дай мне знак, если ты меня слышишь. Больше. Возможно, что он не сразу просто подействует, друзья. Но я буду делать это каждый день. И завтра также я повторю этот ритуал для того, чтобы ослабить максимально эту сущность. Друзья, я сейчас посмотрел фотографии, которые сделал мой Polaroid, потому что мне не было времени их посмотреть до этого. Вы уже их уже увидите намного раньше, чем я сейчас, потому что у вас ролик будет смонтирован таким образом, что вы уже увидите эти фотографии. Смысл такой, что в гардеробе на фотографии вот здесь в углу уже было видно какой-то силуэт. Прорисовывался, по крайней мере. Сейчас я конкретно буду фотографировать это место. Несколько фотографий хотя бы сделаю именно здесь. А здесь кто-нибудь есть? Слуга с кухни сейчас. Посмотрю сейчас по фотографиям. Потому что сейчас явно что-то было. Посмотрел фотографии уже в гардеробной и на кухне, оно уже там появляется. Честное слово, теперь мне вообще очень страшно здесь находиться стало. С одной стороны, я вроде бы провел обряд с кукой Вуду, с другой стороны, я пока не вижу просто результата. И из-за этого мне просто страшно. Мне просто непонятно, почему даже священники, когда приходили в этот дом, у них не получилось его осветить. Почему так? Сегодня я вообще не буду спать.
Я просто уже не могу спать в такой обстановке, это невозможно. Мне нужно как можно скорее ослабить эту сущность. Иначе это может привести к очень трагическим последствиям. Друзья, я сейчас попробую еще раз прочитать молитву. Помолиться несколько раз. Вот. И еще раз осветить дом. Каждый угол. Насыплю соль в каждый угол. Вот. Сделаю хоть что-то. Да, оставишь же ты меня в покое-то, а? Господи. Я еще даже не зашел в гардеробную, она уже пищит. Прочь отсюда! Уйди прочь! Проверь голову, она вообще там. Что он шел именно за головой. Она ушла.
проклятая голова. Друзья, я сейчас стоял, наблюдал за тем, что здесь кукла туда-сюда просто ездила, и ну, вы сами все видели, и летала. Просто пугает же. Где она сейчас находится? Господи. Боже. Отче наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и яко на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твоя есть сила и слава во веки. Аминь. Я сейчас очень сильно волнуюсь, потому что немножко сбился с молитвы, то есть просто реально очень страшно. Я говорю, я же не включал даже. Включайся ты. Он же выключен вообще. Я хочу поиграть с тобой. Оставь меня, оставь. Оставь этот дом. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Как это возможно? Как это возможно? Оно никогда не работало. Если его специально не включить, как оно сейчас заработало само собой. Друзья, я знаю, что делать. Я должен ее попробовать соединить и обвязать ее какой-то тряпкой. Я нарисую на ней крест и запакую ее так, чтобы она не вырвалась больше на свободу. Друзья, только я запаковал эту куклу, начертил круг из соли, положил крест. Как вы думаете, что случилось сразу? Выключил свет вообще во всем доме. Она сразу почувствовала опасность и выключила свет. Сейчас во всем доме, я сейчас не могу включить его. Вообще нигде, только хорошо, что у меня есть фонарик. Заклинание. Господи. Мне сейчас показалось, что в мониторе тень как будто прошла. Все, будет наложена музыка, друзья. Внимание. Я буду читать заклинание.
друзья. Сейчас уже 12 часов ночи. Вот. Надеюсь, что до утра никаких происшествий не будет. И все-таки, находясь в запертом состоянии, существо сильно ослабнет. Потому что я, во-первых, начертил круг из соли вокруг него. Соль освященная, да, это непростая соль. Вот. Прочитал заклинание и положил на нее крест, который также освящен. Просто по всем законам она уже обязана ослабеть. И, соответственно, я уже должен буду изгнать ее полностью. Друзья, сейчас немножко попью кофе, немножко взбодрюсь. Всю ночь предстоит с ней просидеть. Как мне голова болит, это просто пиздец. Просто. Очень устал.